3 августа произошло историческое событие. Серфинг наконец-то стал олимпийским видом спорта. Президент Международной серф-ассоциации Фернандо Огейра добился своего, и наконец-то официально объявлено, что в Токио в 2020 году серфинг наравне с другими новыми дисциплинами, такими как скейтбординг, бейсбол, карате и скалолазание, войдет в программу официальных Олимпийских игр. Лично я очень этому рад, и вся Российская Федерация, и вся наша сборная, которая сейчас на международных серф-играх ISA в Коста-Рике, мы все очень рады и надеемся на светлое будущее развития серфинга в нашей стране. Себе, вот эта красотища-то какая! У-ла-ла, que bueno! Sí! У-ла-ла! La playa hermosa! Tan bonita playa! Сколько можно уже, а? Ну каждый раз одно и то же, ну каждый раз все тебе так, все тебе не так. Надоело уже, в конце концов, мы в конце концов, одна команда. Мы должны чувствовать себя так, мы все должны поддерживать. А ты, приехали сюда, нет, мне не нравится. Приехали сюда, ой, нет, у меня фотоаппарат не работает. Что ж такое, каждый раз бубнешь, да бубнешь, бубнешь, бубнешь. Ой, жизни-то с тобой нету никакой, вот уже ты мне где. В вопросах безопасности главное первое. Уметь правильно одеть. Ох!